Андрей Кириллович, я художник, определенно вам стараюсь, но не смогли приехать. Но я вам хочу сказать, команда у нас дружная, интересная. У нас 18 человек. Я коротко потом расскажу. Виктор, о своих товарищах. Уважаемые дамы, господа, дорогие друзья и коллеги, сегодня замечательное, самое главное событие этой войны Бородинского сражения. Я должен сказать, что на всех площадках, вот, где только мыслимо и немыслимо, где возможно, где могут выставляться художники, везде проходит 1812 года. И вот в феврале этого года в Академии художники, члены Академии, на моей, у меня была персональная выставка, встретились, переговорили и решили провести коллективную выставку, чтобы на этой выставке был представлен весь срез творчества, изобразительного творчества, художники, скульпторы, иконописцы, графики, творчество Союза художников, заслуженного работника культуры, директору дирекции массовых мероприятий правительства Москвы, Малышев Юрий Николаевич, академик Российской академии наук. У него в его подчинении замечательный коллектив. Вот пока я работаю с ними, так сказать, являюсь куратором этой выставки, а со стороны художников, я убедился, что действительно здесь сплощенный, исполнительный, дружный такой коллектив, с которым прекрасно было работать. И Юрий Николаевич с общественностью была полностью на ней. Работа с средствами массовой информации полностью она взяла на себя, то есть здесь выставляется. Ну, я вам должен сказать, из 18 художников 15 человек имеют почетное звание СССР. 12 человек из этого состава являются членами Российской Академии Художеств. В том числе здесь выставился президент Российской Академии Художеств Константин Цинтерий, три вице-президента. Месяц назад, как раз месяц прошел, как он ушел из жизни. Александр Николаевич Бурганов. И кроме этого, я должен сказать, что среди первая такая выставка, она имела хороший резонанс. Но я вам еще одну вещь хочу сказать. Вот когда вы пришли, то, наверное, возникают какие-то вопросы, что может быть не все по теме Великой Отечественной войны 1812 года. Это не так. Это младшего брата героя Отечественной войны 12 года, князя Петра Ивановича Багратиона. И он тоже, вот у нас очень интересные люди, почему все-таки здесь прилетели. Ну, вы, наверное, слышали, что в Москве многие знают, что есть такой государственный музей, дом Бурганова. В этом доме такой замечательный праздник Победы в войне 12-го года. Я думаю, что в нашей истории, где масса событий было, все-таки есть два события, которые являются основополагающими. Это Победа в войне 12-го года и Победа в 45-м году. Они как бы действия несет тему вот этой Победы за Россию, за наши ценности духовные. Дорогие друзья, ну, я должен сказать, у нас действительно очень интересные люди присутствуют. Вот вы, наверное, слышали, что... Друзья, немножко про сегодняшний день. У Руси такая судьба, поскольку политическая ситуация изменилась в Европе к концу 19 века, и было признано уже роль Наполеона чуть ли не прогрессивной, что у нас своя русская история и свои большие победы. Спасибо. Член президиума Российской академии художеств, действительно член академии художеств.
могу что-то назвать, все воспроизвести, но греческие имени здесь ограничиться довольно трудно. Здесь Мария Богданова, дочь начальной династии творческой Александра Николаевича. Здесь работает Александр Максимов Евгений Николаевич, профессор нашего института, работал в художнике. Здесь работает замечательный за удивительный музей. Музей, который составляет славу нашей работы, посвященной Михаилу Владимировичу Кутузову, прежде всего, как освободителю русского народа от иностранного мира, как великому продолжателю победы русского оружия, начиная с времен Суворова, Жакова. Это работа, которая, казалось бы, опять же, не имеет прямого непосредственного отношения к содержательной доминанте выставки, как работа участников выставки. И когда я кого я не смог, ну, в силу того, что мы конечно во времени, наверное, мы долго ждали начала церемонии, нас при помощи друзей, товарищей, вот все это создано. Ну хорошо, ладно, на личных связях все это состоялось. Значит, мне хотелось бы предоставить слово участнику нашей выставки, вице-президенту Творческого совета художников России. Это было изящный момент. Это была война, посвященная 1812 году. Все вы знаете, что 1 сентября у нас, видите, у меня манифест целый, больше всех картин. Может, кто-то хочет какой-то сюрприз сделать? Пожалуйста, Семен. Здравствуйте. Для меня большая честь выставляться в таком составе и в этом зале. И от своего лица хотел поблагодарить Михаила Ниловича, и организаторов, и участников, и подарить музею свою работу в подарок, посвященную войне 12-го года, одной из графической силы. И если вспомнить 1812 год, наш музей, скажем так, в те времена потерял очень большую часть коллекции в 1812 году. И именно благодаря меценатству этот музей опять возродился. Поэтому, скажем так, если мы будем друг друга поддерживать, мы всегда будем впереди и будем развивать наше общество. Спасибо большое. Дорогие друзья, по вступительным условиям я вам представляю сегодня. Дамы и господа, дорогие друзья, мы пригласили вас на открытие выставки